У тебя есть для меня? Есть за... Смерть одного может принести богатство другому. Я надеюсь на тебя. Что предложишь сегодня? Выглядит зловеще. Славный выбор. Береги себя. Ты иди. Эйвон, персу Генгар. Ugh.
Ворота Криплгейт. Вдруг в Лондоне найдется кто дельный. Терпение, друзья, прошу. Очень скоро мы все уладим. Поспокойней, а? Так-то лучше. Потерпи, мастер Хамми. Еще немного, а? Точно как пастух с овцами? Порой так и есть, да. Нужна помощь в чем-нибудь? Здесь есть правитель? Мне хотелось бы поговорить с ним. А, наместник Триггер? Славный Дан здесь уже 4 года как. Триггер? Да, чаще всего он сидит в старой ратуше. Разбирается там с тяжбами. Стоу! Авгаш требует свою долю урожая, серф. Где она? Говори. Мы заняты. Господа, земледельцы Мерсии выплатили все, что причиталось. Августу мало? Пусть подаст прошение. Прошение? Так скажи этому старому торгашу. Если хочет свое яблоко, пусть разинит рот. Это яблоко мастера Хамми. Разинь рот! Это мерзость. Рот разинь! Come on.
Начинаешь ты лучше, чем заканчиваешь. Отведи меня. Ну что ж. Как мне тебя звать? Усмиритель? Молот Данов? План Ворона. Мы живем к северу отсюда. Ворота Криплгейт. Вдруг в Лондоне найдется кто день. Спокойно. Терпение, друзья, прошу. Очень скоро мы все уладим. Поспокойней. Ты заплатишь! У вас в Лондоне всегда так шумно? Нет, бывает и тихо, но редко. Не убей никого, ладно? Я стеру кожу с твоего лица. Ответь. Ворота Криплгейт. Вдруг в Лондоне найдется кто дельный. Терпение, друзья, прошу. Очень скоро. Умри! У вас в Лондоне всегда так шумно? Нет, бывает и тихо, но редко. Не убей никого, ладно? Я сдеру кожу с твоего лица. Смотри на врага! Ты дерешься так, будто тебя обокрал сам дьявол. Ты тоже довольно неплох.
Рольд, будь добр, отмечай тех торговцев, кто уплатил пошлину, ладно? Значит, у тебя дело к наместнику Триггеру, так? К любому, кто может быть полезен моему клану, клану Ворона. Если это ты, тем лучше. А, нет. Тебе нужен Триггер. Я Риф Шира в западной части Люндона. Слежу за порядком. Риф Шира — странное имя, сразу и не выговоришь. Риф — это титул. А так я Стоу. Стоу из Люндона. Отведи меня к наместнику. Мне стоит с ним познакомиться. Ну что ж, пастырь свое дело сделал. Можно идти к Триггеру. Как мне тебя звать? Усмиритель? Молот Данов? Я Эйвор из клана Ворона. Мы живем к северу отсюда, недалеко от реки Нин. Что ж, я у тебя в долгу, Эйвор. Ты достойный союзник. Ну-ка. Значит, это Люндон? Город великанов? Так говорят. Город старый и неприветливый. Но его таинственность мне по душе. Я вырос здесь. Изучал писания апостолов Христа в Люнденвике, саксонской части города. Разве ты священник? Нет, но меня воспитали монахи. Помогли нищему бастарду встать на ноги. И нищий бастард стал бесстрашным Ривом Люндена. Ну, это Триггер что-то разглядел во мне. Ему не важно, кто кем родился. У него два помощника. Я и воин из данов Эрке. Эрке остался здесь после ухода викингов, обосновавшихся на сезон. Это было 2-3 года назад. Стой! Что-то не так. Этот запах. Кровь свежая. Я их знал. Что случилось? Боже, нет! Нет, нет, нет! Его убила третья стрела. Остальные — насмешка над мертвым. Господь, приведи эти души туда, где их будет озарять свет лика твоего. Нам не нужны чужаки, Стоу. Это наше дело. Не будь таким подозрительным. Эйвор помог мне в драке у Криплгейт. Снова гости из гарнизона. Только Брога может выстоять против этих свиней. Пора их приструнить, Стоу. Нельзя позволять им такое. Ты, видимо, Эрке, второй Риф Люндена. Эрке Бодельсон, да, это я. Ты хочешь сказать, он назвал меня вторым Ривом? Первый в восточной части. Ему я бы доверил жизнь. Стоу всегда плохо разбирался в людях. Эрке, это Эйвор. Он пришел к Триггеру, чтобы заключить союз для своего клана. Он бы тебе обрадовался. Он верил людям. И вот что с ним стало. Нашел что-нибудь? Я только пришел. Убийцы оставили письмо на теле. Я осмотрюсь. Люди Триггера всегда были рядом. Как убийцы добрались до него? Должно быть, он знал их. Потому и не заподозрил неладное. Господи боже, это мог быть кто угодно. Триггер правил городом. Это письмо. Его оставили на виду. Из Рима пришел орден еретиков, поклоняющихся дохристианским реликвиям. Эрке, Триггер говорил об этом письме. Сказал, что в нем ужасная весть о Люндоне. Здесь говорится о трех язычниках, проникших в Люндон. Они и есть убийцы. О, боже. В чем дело? Послание от любовницы. А, нет, от нескольких. В столе Триггера. О, да. Старик был не прочь поглазеть и потрогать. Я не знал. Я не думал. И не должен был. Триггер держал это в тайне. Есть что-нибудь? Кроме крови, как... Инструменты цирюльника. Острые, ими легко резать. Должно быть, именно ими обезглавили Триггера.
Три пары следов. Двое средних, одни огромные. Завидую я ему. Стоп. У него что-то в руке. Это не печать триггера? Нет. Похоже на римскую. Видимо, была на письме, что он открыл. Неспроста этот человек сжимал печать в руке, когда его настигла смерть. Из-за нее и убили. Теперь я ясно понимаю, что здесь произошло. Триггер был убит на месте. Возможно, пока читал письмо. Один из его людей взял печать и хотел сбежать. Но не вышло. Его настиг второй убийца. Его повесили. Убийца был выше него. Третий убийца забрал его глаза и голову триггера. Как символ. Правитель без головы, стража без глаз. Убийцы ничего не боялись. Это все послание. Убийцы ушли вместе. Три пары следов ведут обратно во двор. В письме говорится о трех еретиках. Имен нет, только прозвища. Некие Пиявка, Стрела и Компас. Подписано тем, кто называет себя бедным воином Христовым. Бедный воин Христов. Странно. Три имени, три убийцы. Твои слова. О, Бальдер, это может быть кто угодно. Кому же верить? Только тем, кто сейчас здесь. Вообще никому, пока не узнаем больше. Стрела, судя по описанию, воинственный дан. Таких в Лондоне немало. Пиявка родом из Уэссекса. И таких у нас тоже много. А Компас — франкский капитан. Их меньше, но вспомнить не могу. Что это за символ? Я узнаю этот знак, он из храма Митры. Я проходил мимо него. Я хочу увидеть это место. След ведет туда. Наш город захвачен трусами. Мы разделим судьбу триггера, если не узнаем, кто разжигает вражду. Я говорил, Лунден понимает только язык силы. И ею будем мы. Я не могу уйти вот так. Он... мне нужно... Церковь о нем позаботится, Стоу. Нет. Нет, лучше я сам. Подготовлю его к суду Божьему. Понимаю. Выходи подышать хоть иногда. Здесь воняет. Идем, Брога. Вперед! К триггеру! Что ж, теперь люди учуяли запах этой бойни. Иди осмотрись в храме, Эйвор. Это к востоку отсюда. А я пока побуду с суровым Ривом. Назад! Всем назад! Бой окончен! Скоро вы все узнаете!
Если Рива заупрямятся, выпотрошу их и посажу на трон своего человека. Но Стоу неплохой человек. Поверю ему. Если это просто руины, откуда столько охраны? Как бы попасть внутрь? Бдительно. Thank you.
Инструменты цирюльника, такие же, как в доме Триггера, и письмо, где говорится о плате кузнецу. Все они подчиняются компасу. Он приказал стреле набрать новых лучников на западном рынке. Зайду туда. Thank you.
поиска пиявки и компаса. Лекарь, убийца. Пиявка — жуткий человек, но слушается компаса. Этого пока должно хватить. Покажу Эрке и Стоу. В Лондоне прольется еще много крови. У Сёнин будет пир. Навестим несколько домов, только и всего. Триггера убили не потому, что ты хочешь сажать в Лундоне деревья и чинить крыши.
Смотрю, воронье уже нечем поживиться. Эйвор, ты что-нибудь нашел? Несколько посланий, переписка членов тайного общества. Называют себя Орденом Древних. Орден Древних? Мне это ни о чем не говорит. Какова их цель? Рассказывать придется долго. Но вот суть. Я хочу их убить. Похоже, Компас — их глава в Люндоне. Стрела и пиявка — его помощники. Прозвище «Тайный Орден» — что за вздор? А что-нибудь полезное? Стрела Дан, повидавший немало битв. Судя по прозвищу, он лучник. Уверен, это он сеет недовольство среди данов, живущих в Люндоне. Думаю, он среди себе подобных. Таких же воинов, как он. Компас приказал Стреле набирать новых бойцов на рынке, том, что на западе. Я знаю этот рынок. Пиявке нужна плоть, и она ищет треллов. Зачем все это, не знаю. Мы недавно нашли несколько трупов у пристани. И не только треллов. А кто-то нашелся сразу в нескольких местах. По частям. Боже, Эрки! Компас для нас загадка. Слишком мало пока известно. Ты говоришь, он франкский капитан. Нам нужно следить за кораблями, проходящими по Темзе. Капитаны не сидят на месте. И вряд ли он хочет поднимать шум. Возможно. Но если лишить его рук, он закричит. О, какая изощренная затея. Мы убьем стрелу и пиявку и будем ждать. Компас придет к нам сам. Не будем терять время. Мы найдем стрелу и пиявку. Их смерти заставят Компаса вернуться в порт. Стоу, встретимся с тобой на западном рынке. Хорошо. А я пойду на пристань. Нужно выловить из грязи еще пару мертвецов. Возможно, это опять пиявка. Да хранит нас Бог. Он будет с нами и защитит в час нужды.
condemnabitur inconvenientes calciamenta sunt mihi. Quono autem ut deos vult hoc esse, haec patiar in nominis sui gloriam. Jodlin. Tempe is a thorn as a dwelleth. Wethra yefa. Эйвор, это западный рынок. Появление здесь Рива может взбудоражить народ. Надел бы плащ. Прятать лицо? Ну уж нет. Пусть все видят, что я ищу преступника. Когда найдем стрелу, орден узнает, что мы придем и за пиявкой, и за компасом. Узнал что-нибудь о стреле и новых лучниках? Кое-что. Здесь раздают монеты. С ними можно попасть на состязание. Их проводят люди стрелы. Кто их раздает? Тут толпа. Этот человек хорошо прячется. Я пока не заметил. Я поищу. Ты будь здесь. Эйвор, что ты думаешь о Берке? Ты знаешь его лучше, чем я. Если думаешь, что он виновен, скажи. Нет. Нет. Я верю Эрке. Я не верю себе. Может, я не очень хороший риф? Прости, меня терзают тревожные мысли. Я так долго был ривом, сражался во имя Бога. Я отринул все земные привязанности, но... Но только не Эрке и его дружбу. Нет, это выше моих сил. Мне нужно раздобыть монету. Ты будешь тут? Я вернусь в собор святого Павла. Храни тебя, Бог.